Потом откручиваю замок, в эту сторону вытаскиваю, обвариваю хорошо, чтобы ровно, зашлифовываю. Вот, замена замка сейчас будет на этой калитке. Сделал ручку, ну, которую я вылаживал ранее. Там, ну, я фото вставлю сейчас вот сюда, где ссылочка сверху будет, фотография. Получилось, что замок был Г полная. И ручки такие же. Сейчас вот перережу, вставлю сюда заново замок. Сейчас взяли вот такой Эльбор. Ну, в принципе, замки-то тоже неплохие. Вот эти эльборовские, они и на дверях, на этих ставят их. Здесь и этот помощнее, сама защелочка, этот язычок. Ну, вот посмотрим, как он будет держаться. Вот. Перережем. Ставим здесь что вот. Навершие тут недавно поставили. И вот сегодня в планах заменить замок надо. И вот эти вот хочу еще узоры, притянуть их, просверлить, чтобы в этот, ну, чтобы не болтались. И на клепальчик посажу, а то вот они все равно, это 12 квадрат. Ну все, делаем дальше. Вырезал все вот эти вот. Сейчас он будет вот так заподлицо стоять. Здесь все повырезал. Сюда встанут эти лопухи. Лопухи посажу на клепки. Сделаю клепками посажу. А здесь сейчас подравниваю, прихватываю ее. Вот так вот. Потом откручиваю замок, в эту сторону вытаскиваю. Обвариваю хорошо, чтобы ровно, зашлифовываю. И все будет замечательно. Ну все, смотрим дальше. Ручку поставили, замок этот был больше, там пришлось вырезать, но теперь сделал здесь вот такую вот накладочку. Там было сделано, закрыт был, но замок был чуть меньше. Ну и вот такая вот ручечка получилась. Вот так вот она смотрится. Вот, вот такие вот воротца. Рисунки на заборе сделали. Борьба вечная с собаками. Суд на стол. Ворота хотя простояли еще полгода. С этой стороны. Ну, здесь обварил. Потом подкрасится. Сейчас просто на улице холодно. Красить не буду. С этой стороны сделал вот так. Тоже лопух, все это посадил на клепочки. Вот так вот она смотрится. Вот с этой стороны. Вот такой засов на воротах. Здесь на круглый столб поставил этот. Зачищать не буду пока. Потом-то зачистится, потому что надо будет подкрасить. Но сейчас холодно. Зима все-таки. Вот так получилось. Пришлось, правда, под этот забор, здесь теперь большая эта. Ну, она закрыта, ничего не видно. В принципе-то. Вот так вот. Все закрывается. И вот так вот смотрится, еще подкрасится и будет вообще обдымах. Вот так вот. Ну все. Установка нового замка и ручечки. Считаю, окончена. Как-то так. О. О. Все. Пока-пока.